небольшая прогулка по Иманте, возвращаясь из гостей. Всех приветствую. Ой, какой красивый день. Поэтому хочу вам поснимать, какая у нас зима. Снег выпал еще в ноябре в Риге. И так очень густо нападал. Так, куда бы пойти? Тут, наверное, через частный район, частных домиков таких. И здесь сосновый небольшой лесок. В общем, очень-очень здорово. Только чтобы дорожки были расчищены, потому что снега очень много. И вот, наверное, весь декабрь будет, и мы встретим Новый год, Рождество с этим снегом. Потому что оттепели не предвидится никакой. Вот так вот среди большого спального района, который называется Иманта. Здесь в основном пятиэтажки и девятиэтажки и всякие разные. Но есть какая-то такая небольшая улица, где частные дома. Здесь тихо, спокойно, вообще просто ни малейшего какого-то звука, только из труб идет дым, потому что во многих домах печное отопление здесь. И, ой, смотрите, какая красота. И сосульки над окнами, и деревья такие заснеженные сверху. И надо идти, наверное, осторожно под ветками ели, потому что может снег на тебя упасть. Дорожку здесь все-таки расчистили. Вот такая красота. Ой, хотелось чуть-чуть пройтись, подышать, позакаливаться, если это возможно, потому что не хочется больше болеть. Отмучилась с этим гриппом, и теперь такая слабость. Вот здесь такой вот, прямо как лес. И вот пытаюсь хотя бы небольшими прогулками восполнить как-то потери в здоровье. И сегодня чуть-чуть солнышко есть сквозь облака. Ну, такой не темный день, приятный. Поэтому немножко пошуршим снегом. Он не скрипит, потому что большого мороза нету. Сейчас, наверное, где-то минус 4, может быть, минус 5. Ночью минус 7. Ну, так, не очень холодно. Нормально. Дома здесь стоят близко-близко друг к другу. Практически садов нету. Наверное, маленькие участки выделялись. Поэтому такой район тесно застроенный. Но летом около каждого дома цветы, лужайки, деревья какие-то виднеются. Это сейчас ничего не видно. Только снег, снег и сугробы. Куда-то же его надо было сгребать. Ждем теперь, когда растает. Но это, судя по всему, будет не скоро. Очень необычная зима для Латвии. Я не помню, когда вообще такая была заснеженная. Так. Главное еще не поскользнуться. Тут под слоем снега там-сям где-то лед. Так. Давайте пока отключусь. Выйду на какую-то чуть-чуть более утоптанную дорожку. Еще раз покажу, как здесь все замечательно красиво. И попробую найти устойчивое положение на дороге. А то меня тут шатает из стороны в сторону. Вот здесь как-то более утрамбовано. И по этой улочке я не ходила. Смотрите, какая здесь сказка. Идем навстречу солнцу. Вот этот дом единственный такой многоэтажный, какой-то спецпроект, потому что там и гараж при доме, и хоть был построен давно, то все равно очень как бы котируется, и место у него прекрасное, и он в окружении вот этих малоэтажных домов, то есть из окон вид ничего не заслоняет. Надеюсь, если машина там пытается развернуться, это не говорит о том, что там нет вообще прохода.
Нет, поехала куда-то. Ну и мы туда пойдем, куда она поехала. Ай, красиво как. Пешеходов и сами туда на дорожку. Даже не знаю, по какой я улице иду. Сейчас посмотрим, на доме где-нибудь будет. Так. О, красивое название улицы — Сыдраба. Типа серебряная. Нет, Судраба была бы серебряная, но все равно красивая. Название. Ну, просто сказка какая-то. Ага, я опять вышла к многоэтажкам. Значит, где-то тут рядом трамвайная остановка. Ну что ж, пойдемте, наверное, на трамвай. Долго гулять пока не получается. И дел очень много, и дома хвостик скучает. Так что... Ой, сосули какие гигантские на крыше дома. Ужас! Сейчас надо внимательно ходить под домами. Там и снег тебе на голову нападает. И все что угодно. Ой, ну вот еще раз. Этой красоты немножко. Замерзли, никак не могу доехать купить подсолнечные семечки или что-нибудь такое, что хорошо в это время давать, потому что орешки все дома кончились, хлеб замерзает, эти шарики, которые продаются, тоже замерзают, их мало кто может разгрызть, так что надо подумать, чем кормить. Ну вот так вот, такие еще виды. Подумала, интересно посмотреть, поискать среди старых фотографий, как выглядела зима в Латвии, ну, скажем, 100 лет назад. Приду домой, поищу. Где-то у меня была подборка фотографий. Возможно, даже было где-то видео на эту тему. Ну, сравнить. Я думаю, что вот они и были такие, как сейчас. Как в этом декабре. Ну, приятно, что хоть немножко светит солнце. Оно все-таки дает какого-то позитива. Красиво. Совсем не холодно. Наверное, когда начну мерзнуть, это будет означать, что все. Старость пришла. Буду искать валенки, кучу теплых носков, фуфаек, чем-нибудь обматываться для утепления. А пока прекрасно гуляется. Даже без перчаток. Вот. У меня не красный нос. Нет, наверное, только щеки, и то это румяна. Так что... Весьма бодрячком выгляжу. И будут убирать снег.
тракторами, потому что уже не проехать машинам по узеньким улицам. Так, и мне не пройти по таким тропинкам. Но здесь у нас как-то никто особенно не расчищает. Но последний взгляд на это волшебство. Я нырну в тепло дома, горячему чаю. Вот так вот красиво.